Привет, ребята! У меня для вас отличная новость. У меня появились вот такие альбомы с наклейками. Вот в этом альбоме 100 наклеек, и в этом тоже 100. А вот в этом целых 200. Давайте скорее я их вам покажу. Так, начнем с маленького, с розовенького. Царевна обаятельная девчушка, которая просто обожает играть. На этот раз она всерьез увлечена шахматами. Найдешь на этой странице наклейку с шахматным столиком. Так. Где же? О, вот, нашла. Теперь дальше. Царевна больше всего на свете любит получать подарки. Попробуй найти наклейку, на которой царевна разворачивает подарок. Так, вот. Здесь она уже его развернула, а здесь разворачивает. Непоседа царевна снова разбросала свои игрушки и не может найти самолетик. Поможешь ей? Ну, конечно, помогу. Так, о, вот и самолетик. Теперь голубой. Тут тоже 100 наклеек. Непоследливая царевна ни минутки не может усидеть на месте. Ей очень хочется поиграть со своим любимым мячиком, но она никак не может его найти. Поможешь царевне? Так, где же этот мячик? О, вот он. На следующую страничку. Самый любимый праздник царевны – Новый год. Найдешь здесь зимние наклейки. Так, зимние наклейки. Вот зимняя наклейка. Вот зимняя наклейка. И вот зимняя наклейка. Я все нашла. Царевна – девчушка очень творческая. Если рисовать, то ярко с размахом. Попробуй найти на странице измазанную краской царевну ее рисунок. Так, ну-ка, где? О, вот. Загадки отгадывать очень просто. Ты просто читаешь задание и находишь наклейку с ответом. Так, теперь дальше. Никто не играет в индейцев так увлеченно, как царевна. Найди здесь наклейку с непоседой в подходящем образе. А вот и образ индейца. Этот альбом мы тоже закончили. Теперь большой альбом наклеек. 200 наклеек внутри. Вы представляете, сколько это надо было наклеек туда вместить? Удивительно. В этом альбоме тоже можно выполнять задание и находить нужную наклейку с правильным ответом. Итак, мы посмотрели все альбомы. Мне они очень понравились. Ребята, представляете, эти наклейки можно клеить куда угодно и даже на игрушки. Если вы хотите такие же классные альбомы с наклейками, как у меня, то вы можете их заказать на Wildberries или Озон. Как всегда, ссылка в описании. С вами была я, Царевна. Всем пока-пока!